Алло. Это ты меня спрашивал? Не знаю, может и я, если ты Аня. Да я-то Аня. А ты вот что за ком с горы? Тебе бабка передала, что я звонил? Не передала. Что с того? Значит, штука такая. Прищучили твоего Фокса всерьез. А тебя менты мне попросили передать? Я 3 дня с Фоксом на одних нарах провалялся. И он просил меня помочь ему. А я сижу здесь с тобой, с дурой. Так твой. Ты вот что, не собачься. Говори, если звал. Мне тоже нет интереса здесь с тобой сидеть. Записку он со мной передал. Давай. Здесь написано, что шлет он свой привет на словах. Значит, скажешь? Скажу. Так говори, не телись. Ты никак грамотная. Ты там все прочитала? Все. Не видать. Там написано: одень, обуй, накорми и будь с ним ласково. Ласково, понимаешь? Не время сейчас ласкаться. Вот вечером я тебя приласкаю. Да видала твои ласки в гробу. Мне Фокс сказал, если передам, что с ментами было, 5000 получу. Вот мне какая ласка нужна. За 5000 кто хошь приласкает. Пожалуйста, получи ты свои 5000. Рассказывай, что ты мы как, потом получишь. Тише ты, какая ушлая. Паскудный вы народ, бабы. Там твой мужик на нарах парится, а ты 5 кусков зажал, и жизнь его под корень рубишь. Пошел ты! Тоже мне Иисусик. Нет у меня сейчас с собой денег. Съезжай, привезу. Вот съезди и привези. Я через 2 часа сюда тоже подгребу. Слушай, мне далеко ехать. Давай встретимся, знаешь, где? В 8:30. В Сокольниках. Знаешь, там... Ну, Луиз Бушная. Договорились. Ну ладно, черт с тобой. Только смотри, без всяких там, я деньги сам пересчитаю наперед. Не подумай, не лопух какой-нибудь. Ну пока. Хвост, спрячь. Молодец, Шарапов. Он ее расколол. Чего-чего? Подсадная утка это, никакая не Аня. Он ее расколол. Чтобы у подружки Фокса был такой задрипанный вид. Нет. Внимание.
Марина, Девушка. Не придет. Тут на холоде стоишь. Погоди, бабка. Ладно, вот, спасибо. Что ж вы деньги? Девушка, девушка, я сейчас поеду концерт песни поставить. Лишних не держим. Я, пацаны, билет нет? Есть, есть. Билет нет, есть? Давай, сколько? Давай. Давай, 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 давай. Так, держи. Держи. Давай. Да ладно, шкет! Хватит. Слушаю. Глебушка, это я. Ириш, чего захотел? Да ладно, тетка, вы что ты? Че докурю? И не проси, ну, иди, что иди, иди, иди отсюда. А ну, вали отсюда, лось с охатой. Лёля, Лёля, это я, Вова. Шарапов, слушаю тебя, говори. А хвост за тобой, они рядом, что ли? Ну, так ведь я об этом и говорю. Ну, может быть, числа 20-го, 21-го смогу увидеть тебя. Подожди, они тебе назначили встречу между 20 и 21? 8:30, что ли? Ну, так ты же у меня женщина понятливая, за что и ценю. Да ладно, ты не очень резвись там, сориентируй по месту. Ну, а как найти мой дом-то? Ну, садишься на железку, так иду до конца. Ага. Подожди, на желе... Электричка? Метро? Ага. До конца, подожди. Парк культуры? Нет. Сокольники? Да, направо. Второй переулок. Ну да. Да, жизнь, конечно, не сахар. Сама понимаешь. Но с хлебушком все-таки полегче. Булочная рядом, ага. Да-да-да-да-да-да-да. Ну что? Лёль, ну... Ну до свидания. А, я в кинишку намылился, да. Да-да, в кинишку. Время-то у меня теперь навалом. Ну, прощай. Привет передай папаше-то. А-а-а. Ну, будь здорова. Просил я быть на свидании, мечтала встречи, как всегда. Ты улыбнулась, слегка скучившись, сказала: да, да. С утра побрился и галстук новый, с горошком синим я надел. Купил тряски, четыре ровно я прилетел. Я ходил, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась. Я ушел, и я ушла. Были я в аптеке, а я в кино и слава. Так значит завтра на том же месте в тот же час. На том же месте, в тот же час, в тот же час. Эй! По приказу фюрера объявлена тотальная мобилизация в немецкую армию всех мужчин от 15 до 75 лет. Эй! Не грустите, тетя Адель. Встретимся в 6 часов вечера после войны. Следующий!
с указательный палец на правой руке. Я левша. Может, стрелять? Понял. Делающий! Пойди в кино сидишь. Да ладно. Ну неужели ты такой умный, такой находчивый, не можешь придумать казнь, которая отплатила бы ему за все сполна? Ну придумай, Швейк. Я обязательно придумаю, я тебе обещаю это. Осторожней, Швейк. Осторожно. А, попался, голубчик. Брось палку. Марш вперед, скотина. Боже мой! Вы от Евгения Петровича? Да. Здравствуйте. Вы что? А ничего. Мне Евгений Петрович велел первым делом вам передать, чтобы вы его колечко поглубже заныкали. В розыске оно, по-мокрому. Поэтому он вас прислал? Нет. Он велел передать, чтобы я объяснил вам, как его снар вытащить. А вы тут меня за дурака держите. Представление разыгрываете. Спектакль устроили, подсылаете ко мне какую-то дуру. Вы что ж думаете, мне Фокс не рассказал, какая вы из себя? Вот это он тоже просил отдать. На вроде пароля. Как шпионы какие. А почему же он вас к бабке направил, а не ко мне? А потому что мы с ним не в парке Горького на лавочке расстались. У него, небось, тоже опаска была. Вдруг меня расколют, или я возьму, вскорлюсь и настучу на вас. Приведу прямо их к вам в теплую постель. Хорошо. Что он вам велел передать? Инструкцию. Так и сказал, инструкцию. Сказал, запомни все слово в слово, передашь и получишь за это 5 кусков. Что-то больно многовато за такую работу. А ему там на кичи не кажется, что многовато. Тем более, что речь об его шкуре идет. Вы шаг ему ломится. Хорошо, я слушаю вас. Денежки, пожалуйста, вперед. Как говорится, дружба, дружба, я табачок. Перестаньте. Ровно 5000. Смотрите. На совесть вашу полагаюсь. А то ведь мне тоже... Лишний раз рисковать перед муровцами неохота. Пробуйте только соврать. А зачем же мне врать? Все расскажу, как было. Значит, взяли его за убийство женщины, а сейчас колют насчет ограбления продовольственного. Ну, где сторожи пришили? Но там дела плохи. Что, все, поехали. На 3 пальца его остались. Сейчас его на Петровке содержат, а на следующей неделе перевезут его в тюрьму Матросскую Тишину. И хана. Оттуда не сбежишь. А с Петровки сбежишь? Из Петровки не сбежишь. Но если повезут его на следственные эксперименты из тюрьмы, там конвой другой. Там такие псы, натасканные с автоматами, конец всему делу. А если они его с Петровки повезут, то там оперативники с ним будут. Они соскари. Как охранники, они фраера, их там сразу же заделать можно на месте. Всех. Как это? Как это, как это? Вы что, маленькие вопросы такие задаете? Пипав и в дамки. Что такое следственный эксперимент? Ну, допустим, сознается он, что убил этого сторожа. И хочет, мол, показать, как это было. На месте происшествия. Но, естественно, так как он в полной несознанке, они захотят его показания закрепить и повезут его туда обязательно.
Что еще велел передать Евгений Петрович? Детали всякие. Но как это устроить? Да еще этому горбатому вашему. Сказал так, что если не отобьет его у муровцев, сдаст он его самого и людей его сдаст. Ладно. Сейчас вы поедете со мной и расскажете, что и как. Все детали. Нет, такого уговора не было. Я Фоксу обещал вас найти и все обсказать как надо. А чтобы с вами куда-то ехать, вашими делами заниматься, я не... У тебя мусор. Никто не спрашивает. Лезь в машину. Да вы чего? Вы чего? Мужики, да, ну что в натуре-то? Мужики. Хвоста не было? Береженого Бог бережет. Сообщи, Ваня. За что ты стоишь, Глеб? Надо что-то думать, ведь они убьют его. А ну, в машину, быстро! Немедленно установите местонахождение и дайте все данные на хлебную автомашину фургон ММ... 8111. 8111. Ждем. Хотя номер этот наверняка липовый. Соедини меня с Панковым. Завязать ему глаза. Не надо, он уже ничего не расскажет. Давай. Иди, чё, чё, чё ты пихаешься? Иди. Топай. Лаяла на дядю фраера. Ну что ты лыбишься, как параша? Дурак ты. Был бы на моем месте стукач, ты бы уже полдня на нарах куковал. Я тебя еще в кинотеатре срисовал, как ты вокруг меня ошивался. Я тебе, да не ори ты. Нос откушу. И слюни подбери, после тебя не утереться. Сядь, промокашка. Сядь, не мелькай. Баклан.
Ну, здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. В гости, между прочим, по собственной воле ходит. Они силком тягают. Это смотря кому. Я, например, если в гости зову, ко мне на всех четырех поспешают. Сядь, сядь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Выпьешь? Нальете, выпью. Клаша! За что мы выпьем? А за что хотите? За твое здоровье пить глупо. Оно ведь тебе больше не понадобится. Здоровье хорошее. Это почему же так? Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок. Дурилка картонная. Обмануть хотел. Тогда давай за твое здоровье выпьем. Ты, видать, себе два века намерил. И как грозишься? Да чем же я тебе пригрожу, когда вокруг тебя кодло с пушками да перьями в придачу? От меня тут за одну минуту ремешок останется. А дружки твои из Мура, что же? Слушай, папаша. Вчера в это же время твой дружок Фокс мне замечательные слова сказал. Самое, говорит, дорогое на земле – это глупость, потому что за нее дороже всего приходится платить. Это ты к чему? А к тому, что мне моя глупость по самой дорогой цене обойдется. Глупость и жадность. Хотелось деньжат немножко по-легкому срубить. Вот я чувствую, меня ими досыта и накормите. Правильно делаешь. Гони ее прочь, тугу печаль. Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах. Стоило меня за этим через весь город таскать. Ты что, торопишься? Да нет, я могу еще лет 50 подождать. А вот мы не можем. Поэтому и приволокли тебя сюда. Если не хочешь принять смерть жуткую, лютую, расскажешь нам, что вы там в Муре с Фоксом сделать удумали. Оставлю вам адресок. Черкнете открыточку. Потом, когда-нибудь. Все так, мол, и так. Умер ваш сын, не ждите зря. Все-таки зла-то я вам не сделал. В Москве живешь? Да нет. Ярославская область. Деревня Богры. Совхоз Знаменский. Ты что, деревенский, что ли?
Да какой я деревенский? Но у меня 101 километр. Вот я там в совхозе шофером ты подъедаюсь. Документы есть? Всех документов одна бумажка. Сидоренко Владимир Иванович. Изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Небось, на Петровке целая канцелярия такие справки шлепает. Как говорится, чем богаты? Больше-то все равно ничего нет. А как же ты к Фоксу попал? Это не я к нему. Это его ко мне бросили-то. 3 дня тому назад. А ты что там делал? Да ни за что, неделю продержали. И он привез на завод Станкалит в Орск картошку. У них там с нашим совхозом договор. Ну, разгрузился, возвращаясь назад. А на Сущевском на красный свет выскакивает ЗИС-101, и меня с полного хода шарах! Нет, конечно, хоть бы хны, малость поцарапало и все, а их ликовой там все в кашу. Ну, конечно, орудовцы, хмыри из ГАИ, подполковник на Виллисе приехал, крик, шухер до небес, хватает меня в мещанку. А у меня с утра маковой росиной. Ну, в общем, составляют протокол, анкету заполняют. А когда шло дело до моей первой судимости, ну, тут они прям взъелись. А не было у тебя, говорят, сукин сын, умысла на теракт. Ну, вот сижу я в Предвариловке, парюсь неделю. А 3 дня назад объявляют мне, что водитель легковой был в сильном опьянении. Как будто это не в тот же день-то выяснился, а позавчера только. Правда, мне Евгений Петрович еще 3-го дня сказал. Говорит, твое дело чистое, скоро на свободу выйдешь. Нет у них ничего, а то бы одними очниками замордовали. А почему тебе Фокс поверил? Ну, это ж я. Не знаю, может, показался я ему. Ну, а скорее всего, другого выхода у него не было. Вообще-то он так, мужик-то рисковый. Он мне говорит, для меня жизнь без риска, как еда без соли. Да, да рисковался, гаденыш. Говорил я ему, говорил. Кабаки и бабы доведут до Цугундера. Зря вы так. Тихо, тихо, тихо. Ну, рассказывай, рассказывай. Карп. Ну и, значит... Чего? Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофер, как из промокашки скрипач. Что скажешь? Бабу не проведешь, она сердцем видит. Ну, а то и скажу, что права твоя, хозяйка. Я ведь до войны-то в ресторане на пианино играл. А шоферить где научился? Да, то отдельная история. У папашки моего был Форд 32-го года выпуска. Из-за него, в общем-то, и срок получил. А дальше? В августе 41-го арестовали родителя моего. Но папашка суда дожидаться не стал. Расплел носки шерстяные, удавочку смастерил и... Имущество, конечно, конфисковали. Да у меня такой папашка был, что вам всем до него дорасти и надо. Он, как потом выяснилось, вагонами воровал. Ну, Сидоренко. Может, слыхали такую фамилию? Но дело-то громкое было. Он еще начальником станции Москва товарный был. И за любовницу погорел. Да, гладко рассказываешь. Дальше. Ну, а дальше иду я как-то с барышней по Пятницкой. Вдруг смотрю, наш Форд стоит, перекрашенный только. Ну, свою машину как облупленную знал, мог ногтем открыть. Говорю, ну что, Лёля? Лёля? Какая Лёля? С Елоховской? С Тверского. Что, говорю, Лёля, прокачу в последний раз, а у самого уж повестка военкоматская была. Ну, вот так на 7 лет и накатал. Машина-то это летчику какому-то, полковнику заслуженному досталась. И там в машине, я их в глаза-то даже не видел. То ли документы, то ли карты какие-то секретные были. Ну-ка, иди туда. Куда? Вон туда. Сюда, что ли? Да, да.
Покажи себя. Давай, давай, сбацай что-нибудь. Да я так могу. А чё ж сыграть-то? Мурку. Браслеты, шляпки и жакеты, разве ж я тебе не покупал? О, совсем другое дело. Не-не, фрейрок полный. За что выпьем? А? Ну, чего замолчал-то? Папаша, можно я поем малость? После казенных харчей на твое изобилие смотреть больно. Ешь, ешь, впереди ночь длинная. Машину хорошо водишь? Не жаловались. Ничего тебе не говорил Фокс о дружке своем? Убили менты дружка его. Застрелили. Где случилось это? Не знаю, я там не был, а Фокс не рассказывал. Сказал только то, что по глупости на милицию налетели. И кореш его пулю в затылок вмазали, сразу скончался. Без мучений. А нам чего велел передать Фокс? Вам? Да вам он ничего не велел передавать. Он мне посулил денег, если я разыщу его женщину. А это же ее усмотрение меня сюда заволакивать. Ну что надо делать? Что говорил Фокс? Спасать его надо. А как же я его спасу? Что, Петровку на приступ возьму? Этого я не знаю. Но могу рассказать, что он придумал. А что он придумал? Сегодня вечером он следователю скажет, что хочет сознаться в ограблении магазина, где сторожа убили. Зачем? Ну как зачем? По закону ведь положено отвезти его на место преступления. Ну, чтобы там по ходу было видно, что и как происходило-то. Так как он ни на какие дела больше не колется, то они не ухватятся за этого предложения. Ну вот. Надо им все сфотографировать, задокументировать. Это я понял. Что дальше-то? Ну вот. Повезет его не тюремный конвой, а опергруппа там человека 3-4 и следователь. Ну, может быть, их 5 будет человек. Для этого дела дверь в магазине обязательно запрут. Вот, кстати, вот как только запрут дверь, значит, его в скорости должны привести. Это вам сигнал будет. Он мне сказал, что все продумал до тонкости, каждую деталь обмозговал. Он бы, гад, раньше мозговал, как легавым в руки не даваться. Продолжай. Дальше план такой. Как только его привозят в магазин,
Дверь сразу закроют снаружи. Когда вы подъезжаете, вы через черный ход попадаете в подсобку. И сидите там. Когда оперы вместе с Фоксом спускаются в подвал и попадают через подвал в подсобку, вы всех там переколете. Сил наверняка хватит, сказал он. Самое главное в этом деле – неожиданность. И тем же макаром через черный ход выходите наружу. Машина-то на пустыре должна была у вас остаться. И все на машине, дзык, и все. Вот такой вот план. Толково придумано. Да, толково, очень толково. У них тоже пушки имеются. Половину наших укокошат. Риск – благородное дело. Нас всех когда-нибудь укокошат. Типун тебе на язык. Больше ничего тебе Фокс не говорил? Больше ничего. Только не велел передать. Он за всю компанию хомут волочь не желает. Ему одному лошака брать скучно. Если не захотят его верные друзья отбить, он с чистой душой всех отдаст. Во волка. Хорошенькие дела. Ну, какие будут мнения, господа хорошие? Вы просто обязаны его спасти. Помолчи, ты под пули не полезешь. Это не женское дело. Я свое дело не хуже других знаю. Денежки-то к вам через меня прибежали. И такой же голос, как все имею. Тихо, тихо! Фокса жалко. Мы от него еще много пользы поиметь могли. А ты потому такой смелый, что думаешь в кабине отсидеться, пока мы там будем. Только ты не рассчитывай. С нами пойдешь, если решимся. А водилу потерять не боишься? Нет, не боюсь. Я в крайнем случае вот его за баранку посажу. О, он и тебе и привезет на Петровку 38. А мне один хрен. Хотите, пойдем мусоров резать? Хотите, хоть завтра разбежимся? Да, тебе один хрен. Нырнул и нет тебя. А они как же? Что вы без меня делать будете? Хватит базарить! Надо идти вынимать Фокса с Кич. Не вытащим его, тогда и нам всем кранты. Я вот что решаю. Мы тебя с собой возьмем. Это зачем? А затем? Если в засаду нас приведешь, мы тебя первого начнем на куски рвать. Ломтями настругаем. Тогда режь меня здесь, никуда я с вами не пойду. Вот это уже теплее. Да чего теплее, горячее, наплевать мне! Я за что под пули милицейские полезу? За ваши паршивые 5000? А если они паршивые, чего ж ты соглашался? Так я ведь на что соглашался? Он бабе записку передать и рассказать, как там и что. А чтобы вот так вот под пули или под смертной казнь, я не согласен. Лучше режьте меня здесь, чем вот так вот, за бесплатно. А если не бесплатно? Да не серьезный этот разговор. Серьезный. Тогда цену назови. Что делать, скажи, а то водишь, как козла на поводке. У тебя сейчас одно дело. Живым отсюда уйти. За это ты будешь стараться на совесть. Не буду. Нарежь меня на куски. Режь! Ни у кого бобиком не было, под тебя плясать не стану. Ну что вы меня мытарите? Ну что вы душу из меня рвете? Зарежем, задушим, убьем. Ну не верите мне, не надо, но вы меня на врагах не поймали. Их поймаем, поздно будет. Ну, граждане дорогие. Ну, товарищи мазурики. Ну сами подумайте, ведь вы же не только лихостью проживаетесь, но и разумом тоже. Ну был бы я их не стукач. Ну, заставили меня менты Ане позвонить. Ну, разве позволили они мне к вам сюда свалиться? Да там же на месте вот этих двух. И ее вот взяли бы. На Петровке послал бы мы ее нутру, все о вас вынули. И портреты ваши, и фамилии, и хазы. А сюда приехало пару взводиков с автоматами. Крошили вас в мелкий винегрет. И конец.
Да, складно звонишь. Только об одном забыл. Вот не стало бы Аня на Петровке колоться. Что тогда уголовки делать? Не стало бы. Аня колоться, говоришь? Может, и не стало бы. Но только со мной не такие бобры сидели, и тех мури кололи. Свинья ты противная. Свинья. Деньги любишь, значит? А кто же их не любит? А зачем они тебе? Зачем? Нашел бы зачем. А вот хоть бы с Лёлькой в Кисловодск закатился. Ну хорошо, хорошо. Завтра пойдешь с нами за Фоксом, и если выяснится, что ты не мусор, а честный фраер, дам я тебе денег. Да я тебя нашел, дурака. До моей жизни сейчас она 2 копейки, а завтра, если все это дело выгорит, она в ваших лапах и гроша не потянет. Это почему же так? А потому что, чтобы деньги мои кровные заработанные, 5 кусков отнять и ментом, и подонком меня уставляешь, и глотку готов мне под этим соусом перегрызть. А выгорит у вас завтра это дело, вы меня из-за этих денег тем более прикончите. А если менты ловче окажутся, так они мне вместе с своим магазине угрохают. Нет. Кисловодск, говоришь, да? Папаша, дорогой, ну что же мне делать, чтобы ты мне поверил? Ну что ж, самому, что ли, зарезаться или справку принести от милиционеров, что я у них не служу? Смешной малый. Ты это, Карп, правильно меркуешь. Сгодится нам этот фрирок. Ты получи жену щи варить. Я еще ничего не решил. А тебе больше повторять не буду. Пойдешь с нами. Сядь и засохни. Сколько ты мне денег дашь, если завтра за этим столом Фокс сидеть будет? 10 кусков. О, спасибо тебе, папаш. За доброту, за щедрость спасибо. Значит, если я стукач, зарежете вы меня. А если я всю вашу компанию спасу, так 10 кусков получу. 20 бутылок водки смогу купить. Спасибо тебе, папаша, за доброту твою небо. И за щедрость спасибо. И за ласку, которую Фокс мне обещал. За все тебе спа... Бис. Дай-ка ты ему еще пару раз. Для ума. Ну что, теперь понял, чего ты стоишь на земле нашей грешной? Понял. Вот ты завтра с утра пошли кого-нибудь из своих архаров. Пускай они на мое имя в сберкассе 40 тысяч положат. Тогда у нас будет с тобой полная любовь и доверие друг дружке. Эх. А зачем тебе сберкнижка? А, не все мои надежды, что не пришьете мне потом. С моей сберкнижки денежки-то вам не выдадут. Промокашка, завтра часиков 8 пойдешь в сберкассу и положишь на его имя 25 кусков. Пусть подавится. Сберкнижку принесешь мне. Мне. Сберкнижку мне. Она мне сердце согреет, когда в подвал вместе полезем. Мне с ней милицейские пушки не страшны. Знаю, за что рискую. Ну ладно. Спать пора. Время позднее. Завтра силёнки понадобятся. В 6 поднимаемся. Кто этого стеречь будет? Я. И я. Сиди. И я его пойду стеречь. Вон на меня. Я пойду светёлки покемарит. Я его уж не просплю. Шевели копытами. Пойди, я сел, я еще раз...
Давай. Он же через трубу сбежит. Ну. Здорово. Ротный. Здорово, Левченко. Через час они угомонятся, и я тебя выведу. Понял? Нет, Левченко, я не пойду. Разорвут они тебя. Разорвут. Тебе-то чего? Не хочу я этого. Нет. Левченко. Значит, придется тебя заложить. Ты пришел за их жизнями. Значит, и за моей. На меньше ты не согласен. Заложи меня, Левченко. Заложи. А что мне делать? А? Уходи ты. И что будет? Я сделаю то, зачем пришел сюда. И жизнь твою не возьму. Тогда они возьмут твою. Наверное. Но это будет уже не важно. Да разве может быть? Это не важно. Может, Левченко, может. Когда год назад мы плыли с тобой через Вислу и были там вдвоем, там это тоже было не совсем важно. И Сашке Коробкову тоже. А теперь ты в другом окопе. А я снова плыву с нашей стороны. Так что уходи ты. Давай спать. Завтра вставать рано. Что решил? Убьют тебя. Наши убьют, если окажете сопротивление. А сдашься, тюрьма тебя ждет. Надолго. Значит, судьба такая. Всеми смертям не бывать. А в тюрягу я больше не сяду. Нет. Знаешь, Левченко, мне, наверное, завтра достанется. Но я не жалею. Я знаю, что иду на это за большое дело. А ты за что? За этого упыря? Но помнишь, как мы с тобой в разбитом блиндаже под Ковелем мечтали, как заживем после войны? Жаль, что с нами не мечтал. Тот пес поганый. Кто такой? Разбомбили немцы под Новоградом. Наш санитарный поезд. Мои документики сгорели. Оклемался раньше срока, из госпиталя сбежал. С вами вместе хотел. Размечтался о кренделях небесных. В запасном полку все о себе обсказал. Так, мол, и так. Ранее 3 судимости. Год штрафной. Представлен к снятию судимости. Как скупивший кровью. А там сидит этот кадила недорезанный. Крыса тыловая. Рожу раскормил красную, хоть прикуривай, говорит мне. Нет на этот счет в вашем деле никаких сведений. Так что отправляйтесь. Рядовой Левченко, 76-ю штрафную роту, 307-го пехотного полка. Так мне обидно стало. Что же это? Совсем нет правды на земле. Сказал ему пару ласковых. Он в крик. То все до рук дошло. Не армейский трибунал и новый срок. Привет. В июне сбежал. Вот теперь с этими гнидами контуюсь.
А куда мне? Куда мне теперь? Слушай, Левченко, я тебе больше не командир, приказывать не могу. Но прошу тебя, как человека, уходи отсюда. Если все обойдется, я сам с тобой по всем инстанциям пойду. Расскажу, как ты воевал. А про мои подвиги после войны тоже расскажешь? Или как? Да. Нет, со мной кончено. А я тебя не расколол, потому что нам с тобой под одной шинелькой спать доводилось. И ты свой офицерский доп паёк под койкой втихаря не жрал и за нашими спинами не прятался под пулями. Поэтому мы с тобой завтра вместе пойдем. А как там, Бог даст. Так и будет. Левченко. Шарапов. О, ложись спать. Не о чем говорить. Ничего, 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 мы еще покувыркаемся. Не тот парень, Шарапов. Ну, хватит дергаться, Коля, сядь. Ничего. Да! Совещание. Если живой, Шарапов найдет возможность дать себе знать. В том-то и дело, если живой. То-то. Да что вы раскудахтались? Выход должен быть. Давай, Глеб Егорович, определим направление, где искать. Что вам было известно с Шарапом до операции? Состав банды? Нет. Характер? Нет. Место операций? Место. Место и время операции изменить нельзя. Допустим, что бандиты поверили Шарапову и решили освобождать Фокса. Что тогда? А? А вот тогда они возьмут его с собой туда, на операцию. Так. И будут прикрываться им как щитом. Прием известный, верно? Па! Па! Убитый, Глеб Егорович. Да, и я тебя задел. Вижу. А что, если погасить свет? Впустить и вырубить свет. Свет? Ага. Попробуем. Значит так, когда буду в самом центре, вот под этой аркой, гаси свет. Понял. Так. Поехали. Свет! Все равно в проеме видно. Потом как он догадается? Не глупее нас. Да все равно убит, Глеб Егорович. Да видел, видел. А эта дверь куда ведет? Никуда. Это кладовка. Вам открыть? Открой. Это кто у вас увлекает? Да... Есть-то тут у нас одна любительница, а я не возражаю, пусть висит, они ж никому не мешают, а? Эх, пистолет бы ему, да знак який подать.
Вставай, Шарапов, пора. Ну что, старшой, окропим снежок красненьким? Как доведется. Передаем последнее известие. В скором времени группа военных преступников, соучастников Гитлера, станет перед судом народов международным военным трибуналом. На скамью подсудимых сядут ближайшие сподвижники Гитлера по нацистской партии, руководители нацистского государственного и... А вы что, не ложитесь? Герман Геринг, Гесс, фон Риббентроп, Альфред Розенберг и другие. Нюрнбергский процесс виновников войны будет беспрецедентным в истории событий. На заводе для начальника СССР потреба товарищ Голубин начали изготовлять керосин. На. Сидоренко Владимир Иванович. Принято 25 тысяч. И этих денежек нам с Лёлей на целый годок хватит. Ты еще проживи этот год. Ну, молодцы мои, пора. И снег нам в подмогу, если они там были, уже наследить успели. Проводят учет квартир и мобилизуем. Там, где это необходимо, будет сделан ремонт. Предприятие готовит... Верю, ждет нас удача. На святое дело идем друга из беды вызволять. Присядем на дорогу. С удачей. Стерегись его, Карпуша. Пошли. Да зекаешь без дурей. Не пыли. Ну что ты пылишь? Ему сейчас с нами.
подвал идти. Дай смотреть. Макашка, сходи-ка к магазину, посмотри, что там. Копыт убери. Иди. Что такое? А? Спички дай. Дай спички. Что же такое? Что же это такое? Дверь, он туда нырнул. Вова, 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 открой. Открой. Я же тебе нос. Володенька. Злох поганый. Ну, отзовись, отзовись. Где ты? А? Где ты? Решил со мной сыграть, да? Володенька. Володя, открой. Открой же, волку, пос...
Сорный. Я же тебе кадыкаю сразу. Ну, навались. Володя, открой. Вова. Вова. Ах, Володенька. Я ведь тебя зубами загрызу, Вова. Слышишь, Володенька? Карп, уходить надо. Убью его, гада, тогда уйдем. Граждане бандиты, внимание! Ваша банда полностью блокирована. Оба выхода перекрыты. Так что предлагаю вам сдаться. Кто это там гавкает? С тобой свинья. Не гавкает, а разговаривает капитан Жеглов. Слыхал, наверное? Так вот, капитан Жеглов предлагает вам сдаться. По-хорошему. А если по-плохому? Ну, а если по-плохому, то в связи с особой опасностью вашей банды, я имею указание руководства живыми вас не брать. Ну, как устраивает тебя такой вариант? А мусорга своего дашь нам на съедение? А вот пусть он сам за вас похлопочет, а мы рассмотрим. Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова. Он уже давно тю-тю. Руки у тебя короткие. Так что выходи по одному. Волки позорные! Не хочу. Не хочу. Ладно, черт с вами. Банкуйте. Волки. Сдаемся. Выходить по одному, перед дверью останавливаться. Стволы и ножи выбрасывать. Дверь под прицелом. Так что без всяких фокусов. Шаг вправо, шаг влево, попытка к бегству. Стреляем без предупреждения. Пошли! А ты иду. Оружие брось. А? Оружие брось. Выходи. Выходи. Куда? А на черной скамье, на скамье подсудимых, его доченька Нина и какой-то жиган. Это было во вторник. Бросай оружие. Наши финки на снег. Следующий. Следующий! Брось оружие. Теперь горбатый! Я сказал горбатый! Горбатый, выходи. Оружие на снег. Следующий. Бросай оружие.
Не стрелять! Подожди! Левченко, стой! Уйдет. Стой, тебе говорят! Не стрелять! Левченко! Уйдет. Левченко, стой! Дурак, остановись! Стой! Ты убил человека. Я убил бандита. Он пришел со мной, чтобы сдать банду. А. Успокойся, Шарапов. Давай я тебя отвезу. Отвези. Добро. Отвези меня к роддому, отец. Помнишь? Ты долго там будешь? Тебя подождать? У меня время есть. Давай-ка я с тобой пойду. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из милиции. 18 августа мы привезли вам малыша. Я решила его забрать. Да. Сегодня и забрали подкидыша вашего. Как забрали? Так. Пришли и забрали. Да вы не волнуйтесь. Малыш попал в хорошие руки. Вы знаете, как у нас с этим строго. Хотите, я вам адрес дам? Нет.